Я вас вітаю в ефірі «Точка зору». В гостях у нас сьогодні екоактивіст Артем Приходько. Поговоримо про те, як волонтери, небайдужі харків'яни власними руками, власними силами розчищають річки Уди. Вітаю вас. Здравствуйте. Дуже дякую, що знайшли час, прийшли до нас до студії. Поговоримо сьогодні про всі етапи розчищення річки Уди. І в суботу днями відбувся вже 12-й суботник, вже значна частина сміття прибрана. Розкажіть, що на даний етап зроблено? За 12 субот мы с группой волонтеров собрали уже более 90 тонн мусора из реки Уды. Это расстояние приравнивается около 350 метров, если все эти мусорные острова соединить в один. Значит, убираем мы сейчас от Жихаря до концов Бабаев, да, Высочанской громады, так сказать. Вот. И в этом диапазоне как раз были самые основные засоры, которые препятствовали нормализация течения и вообще в целом прохождение воды через этот участок. Доставали мы очень много пластика, стекла, все, наверное, это видели, да, и очень много опавших деревьев, бревен, которые там были. А также очень много интересного находилось по пути, да, как от икон, можно сказать, и разных старинных находок. Все это у нас есть в нашем небольшом музее, который мы для себя открыли, вот, и все эти находки находятся сейчас там. Что-то мы своими руками восстановили для того, чтобы привести это в человеческий вид. Вот. Ну, а что-то, естественно, то, что вообще в плохом состоянии, то выбросили. Артем, как все начиналось? Ну, все начиналось 1 мая. Как сейчас помню, во время пробежки я решил проложить маршрут в данный район, да, в Бабаи. Там хороший Основянский лес, все знаете, да, и в целом там такая приятная атмосфера для того, чтобы утром пробежаться там пару десятков километров. Вот. И, соответственно, когда я туда прибежал, увидел на реке очень большой объем пластика, мусора. Это был первый остров, который мы убирали. Он был полностью покрыт пластиком и стеклом. То есть, естественно, я не мог пройти мимо этого и решил, так как я уже ранее занимаюсь, да, экологическими проблемами, уборкой территории мусора, я решил собрать людей в социальном профиле, своем Инстаграм и как бы совместными усилиями убрать этот засор. Ти не моніторив ситуацію, як до цього, чи були повідомлення в соціальних мережах, можливо, про те, що там забруднена річка? Да, год назад було подобне как бы об'явлення, да, о том, що там в районі Дерев'яного моста, теж в поселке Бабаи, один из волонтеров нашел подобную как бы проблему, увидел ее, обратился к местным там, властям, да, Бабаевскому совету. И они там частично убрали как бы засор. То есть они тот, что был возле моста, они его ликвидировали, убрали тот же пластик, деревья подоставали и, в общем, как бы анонсировали, что все хорошо, все у нас чисто. Но я так понимаю, что разведку они не проводили все реки и, соответственно, как бы, ну, убрали какую-то только небольшую часть, да, там, наверное, ну, 10%, может, 5% от общего засора. Мы, естественно, когда, в том числе я, когда прибежал, увидел эту ситуацию, было, после того, как мы начали работу, да, было принято решение, что нужно проверить всю реку, да, то есть вот хотя бы в нашем, так сказать, в нашей точке доступа физически, куда мы можем приезжать. И увидели мы там отнюдь не один этот остров, и было там еще и дальше, и был самый большой, вот третий остров, который мы убирали, 170 метров его длина была, по весу он около 45 тонн весил, то есть то, что мы оттуда достали, поэтому это прям такой массив огромный был. Мы его убрали, естественно, и сейчас уже заканчиваем работу. Перешли мы в эту субботу, мы убирали уже в Жихаре, тот, который выше по течению остров. Было принято, опять же, мое решение его оставить изначально, не трогать, дабы как пробка, да, то есть, чтобы все, что заходит из города, оно пока в него собиралось, а ниже по течению мы все убрали. Сейчас мы разбираем эту пробку, уже она как бы за этот субботник мы ее разобрали, осталось там около 20 метров, это кусочек оторвался, течением отнесло, он там зацепился за корягу 50 метров от первого острова, и его нужно расчистить. В эту субботу как раз вот будет финальная уборка
по расчистке верхнего слоя реки, да, от мусора. Планируем это уже закончить. Ну и в процессе там у нас будут, так сказать, превентивные меры, да, по тому, чтобы установить уловитель для того, чтобы таких больше островов не случалось у нас. Очистить берег от аварийных деревьев, посрезать то, что там уже нависает и в состоянии, ну, сухом, да, дерева. То есть оно в любом случае упадет, и когда-никогда оно будет препятствовать прохождению воды. Чи є припущення протягом скількох років, десятиріч сміття збиралося там? Є не припущення, как бы, а є, наверное, точне розуміння, тому що ми знаходимо в воді жидкості, які там знаходяться, бутилки, ті ж ігрушки, ті ж там какие-то быта нашого, да, там вещи быта. Можна датувати, там 87-й год вот знаходилось очень много, 85-й год. То есть это этот засор он формировался вот тут. Більше 30 років. Да, тот первый, который мы нашли сейчас, ну как не первый, последний, третий остров по течению, он на самом-то деле был один из, так сказать, самых старших, да, он, с него все начиналось, этот засор. И вот то, что мы там находим, можем сказать, что, ну, на данном участке реки, то есть не, как бы, наверное, официально заявляю, никаких мер по расчистке, уборке там не проводилось никогда. То есть оно вот когда-то упало 30 лет назад дерево, все это шло, и годами скапливалось. Это місцеві? Нет, это харьковские. Ну, как бы город совместно с місцевими, с местными жителями, вот получился такие засоры. Но я все-таки, ну, как бы сколько бабоевцев там не жило, да, то есть, ну, не может быть столько мусора, особенно в пластике, в стекле. И причем, что если брать по возрастным категориям бытовых отходов в плане аудитории, кто этим пользуется, да, в основном это взрослые, потому что бутылки под алкоголя. То есть либо это пиво, либо это алкогольные продукты какие-то. То есть это либо сбрасывалось в реку, там идут где-то, пьют пиво или там алкоголь, и бросил просто в воду. Или там рыбаки, которые сидят на льду в на Новой Баварии, там отдыхают, потом все это растаивает, все это ходит. И то есть десятилетиями это как бы вот привело к тому, что мы видим. Течение, выходит, что... Да, оно просто все копилось, накапливалось, давилось, и вот за весь промежуток времени это образовалось. Як ви збираєте сміття, куди воно далі йде? Тобто пластик, скло та інше? Да, тоже изначально, когда только мы организовывали, я организовывал, то есть это мероприятие, да, экоакцию нашу «Чистые Уды», было сразу принято решение, что мусор, который возможен к переработке, он не поедет на полигон. Потому что, как бы, ну, отвезем его на полигон, он опять вернется нам каким-то образом через какое-то лет в реку или еще куда-то. Поэтому, а почему бы нет? Почему бы его не сдать, сделать с него что-то полезное, да, для того, чтобы человек будет этим пользоваться. И пластик и стекло мы решили сдавать на переработку. Первые, правда, три субботника мы не брали за это деньги, потому что нам нужна была рабочая сила, и компания, которая сейчас забирает у нас пластик и стекло, она давала своих рабочих на сортировку. Вот. Но когда мы уже в процессе поняли, что наш коллектив растет, люди присоединяются, и уже там 70-80 человек у нас ежедневно на субботниках, то мы поняли, что в принципе мы можем эти деньги брать себе на обиход, да, потому что мы всегда нуждаемся в средствах защиты, опять же, чтобы ускорить как-то процесс, механизировать его, автоматизировать, нам необходимы там грабли, те же перчатки, те же заброды, все-все-все, что мы там в процессе, корзины, которые мы достаем, все, что в процессе мы как бы сейчас для себя как инвентарь образовалось, то есть это частично было из того, что мы начали как бы получать с того, что мы сдаем. Ну и опять же, стол накрыть ребятам там, в обед, да, в том числе там купить, попить воды, то есть это все-все, на это нужны расходы, и как бы это частично начало нас в чем-то выручать, и мы вот рады, что вот так все у нас красиво получилось. Ну, это какие-то невеличкие гроши, но они, в принципе, да, ну, это в среднем там 1400-1300 мы, то, что мы сдаем там за машину. Ну, она частично там купить воды, перчаток, еще там, это как хотя бы какая-то часть, она уже помогает. Ну, и плюс, естественно, там люди, которые смотрят меня, я иногда там оглашаю список, ну, то, что нам необходимо, они были высылают нам инвентарем на почту, я забираю те же мешки, там, бензопилу нам, кстати, подарили, просто парни выслали, сказали спасибо, что вы делаете, вот подарили нам бензопилу. Ну и все, что финансово нам сбрасывается, вот у нас образовался некий фонд, который как бы это все содержится. То есть мы по факту как бы независимо, да, от всех можем выполнять свою работу. Щодо колективу, ці люди, які збираються щосуботи, вони, я так, ну, бачила, була, вони зовсім різні, різного віку, різного соціального статусу. Як ти їх збирав, як
мотивуешь их? Ну, по поводу сбора, да, очень хорошо работают социальные каналы, опять же повторюсь, это Facebook, Instagram, LinkedIn, все те соцсети, где как бы я присутствую, изначально присутствовал. Они, естественно, начинают набирать оборот, потому что тема достаточно щепетильная, она очень много где есть, такие проблемы очень часто где встречаются, и как бы люди нас поддерживают, да, по поводу того, как это все собиралось. Информируется все через телеграм-канал мой тоже, который я завел, «Чистые Уды», там у нас анонсы, опять же, обсуждения, все лучшие идеи, как что лучше сделать, обсуждения, все там происходит, оттуда как бы мы берем всю нужную информацию. Люди все объединены одной идеей. Это сделать свой регион, свой дом, свою планету чистой. То есть все. Я проводил социальный опрос, я задавал каждому своему участнику, который там более 5 раз уже был на акции, ну такой, ну, костяку, который, uh-huh. да, содержится у нас уже там их более 30 человек, относительно того, почему ты здесь, почему ты каждую субботу приезжаешь. Ну вот и всех объединяет одно. Это любовь к природе, да, то есть. Понимание, сознательное понимание того, что то, где мы живем, это наш дом. То есть не то, что там бетонный коробок 70 квадратов, в котором ты спишь, а вот та местность, на которой ты живешь, та местность, где ты вырос, и та местность, где будут жить твои дети. То есть это очень важно. И вот этот посыл, наверное, всех единая, вот эта цель, она движет к тому, чтобы сделать эту речку для начала. Речку. Это как, понимаете, это не то, что мы там начали, закончили, всем сказали спасибо, вы хорошие и пожали руки. Но на сегодняшний день вот эта аудитория людей, которые со мной там в реке убирают мусор, они боятся вот этого. Они хотят продолжать дальше, они очень просят. Они боятся еще почистить речку Уды, на всем и на этом все закончится. Но на самом деле у нас в регионе очень много проблем относительно мусора, относительно сформированных таких мусорных свалок, и реки у нас не все чистые, поэтому работа еще у нас только впереди для благих таких целей, для того, чтобы люди себя в душе чувствовали людьми в первую очередь и чистили при этом природу, угу. задавая темп нашим детям в будущее. Напевно, за цей час, якщо вже 4 місяці, 3 місяці, так? 4, да. 4 місяці, ну 3. На твою адресу було так багатько звинувачень. Ну, не можу сказати. Ну, я читала і в соціальних мережах були такі, що там самопіар і таке інше. А, ну, це у всіх своє, кожен має свою точку зору, правильно? Угу. Тому ми не можемо, я не можу обвиняти людей в цьому, це неправильно. Все имеют право на свое мнение. Поэтому все, кто со мной, они со мной. Все, кто против, ну, ради бога. То есть я не против того, что кто-то обсуждает меня, там, что я думаю, что я там какое-то имя хочу себе заработать или там пойти в политику, как говорят. Но для меня это не приоритеты, и я не ставлю себе цели количество подписчиков или пойти в политику. Для меня приоритет — это то, что я объединил группу людей, заразил их идеей. И вот пусть их будет там 60-70 человек, но мы стали всей Украине примером, как может вот такая небольшая группа людей творить такие большие дела, в принципе, без там какой-то серьезной сторонних помощи. И за небольшие деньги, по факту. То есть я хочу, без их отсутности. Я хочу показать всем нам, украинцам, о том, что если мы объединимся вокруг какой-то проблемы или идеи и начнем ее совместно решать, то мы можем жить в совсем другой стране. Во всех других условиях. И вот то, что мы сегодня сделали, это пример. Вот просто угу. для всех. Что вот 70 человек пожертвовал своим субботним выходным, пришли в одно место для решения одной проблемы. 12 раз. И решили вот такую глобальную экологическую проблему, показав при этом, что все реально, все возможно. Для этого не нужны большие средства, для этого не нужны, там, не знаю, стоять с плакатами где-то у возле горсовета, там что-то требовать. Просто объединились одной идеей. Але ж просто стояли и вымогали, тобто да. Были такие спробы. Были такие спробы, да. Но на самом деле все заключается в каждом из нас. Если мы соединяемся и мы делаем что-то, то результат обязательно будет. Щодо політики, до речі, чи намагалися політики, зараз придворча кампанія, намагалися політики тебе якось привлекти на свою сторону, ну, для того, щоб за рахунок твоїх справ, можливо, пропіаритися? Ну, я, як сказати, відкритих пропозицій, що от я прям такий-то і такий хочу, щоб ти як би був зі мною рядом. Одягни футболку мою, да, та, з моїм ім'ям, не було так. Такого не було, звісно. Було щось вдалеке, щось намічалось, але через там 2-3 людей тогда ходила информация, но я могу сказать так, что ну, нет, я не тот человек, я так не буду делать. Поэтому
наверное, с уважением к себе и к тем людям, с которыми я объединен. Ну, как совместно мы делаем свой труд. То есть для... Я еще раз повторюсь, я неоднократно отвечаю на этот вопрос в моих соцсетях, а то мне там пишут, что давай ты станешь депутатом и начнешь решать проблемы. Я могу сказать, для того, чтобы решать проблемы, не надо быть депутатом, ребята. Надо просто начать что-то делать, и все. То есть не нужно звания, титулы, какие-то там регалии. Это лишнее все. Можно просто начать делать. Вот и все. То есть как бы это для каждого. Если каждый из нас возьмет в свою руку инициативу, выйдет в своем регионе и начнет что-то делать, не просто говорить. Это важный момент, потому что на данном этапе все нам все что-то обещают. И в это люди не верят уже, потому что, ну, как, если ты будешь постоянно кричать «волк, волк», то потом, когда реально придет волк, то ты ему не поверишь. То же самое здесь. То есть тут надо прийти и начать делать, и показывать. То есть изначально мы же, почему на меня так хорошо отреагировали и собрались люди, я анализировал это. Угу. Потому что до этого я же делал ту же работу просто в одиночке. Я также чистил Харьковскую набережную от мусора, я также убирал там... лес и Журавлевки, на Журавлевке у нас в Харькове, и той же основе, но в одиночку. То есть как бы люди видели это все, они, те, кто на меня подписаны, они это все видели, там сопереживали, кто-то там поддерживал, кто-то не поддерживал. Но когда я вот просто огласил тот факт, что а давайте-ка соберемся просто вот, вот это сыграло в сторону того, что ну, а чего бы не попробовать. И все, оно пошло, ну, с этого началось. На минулого тижня ти знайшов трьох уток, які отруїлися. Тобто виходить, в принципі, що проблема не лише в тому, що забруднена, так, але все ж таки там вода дуже отруєна. Безусловно, тому що... І дуже, навіть сьогодні я бачила, хтось там прислав з телеграм-каналу відео, як частоти зливають в річку Уди. Да. Значит, мы убрали поверхностный засор, да, то есть это то, что может плавать и не тонет, это мы убрали. Сейчас нормализовалось течение. Что это даст в процессе через там, банально, может быть, через месяц? То, что вода сама себя очистит. Ну, есть такое понятие, да, то, что река течет, она все, что есть, она дальше смывает. И вот даже мы заметили на некоторых диапазонах, локациях, где мы чистили ранее, ну, дна не было видно, то есть это просто какая-то мул был и шел. А сейчас там видно дно, видно песок, который... Потому что в этом регионе, в этом районе у нас там песчаное дно, то есть там песок везде. И по факту вода должна быть прозрачная. Да. Но в нее, естественно, сбрасывают, так как она проходит вдоль Харькова, в нее сбрасывают очень много нечистот, в том числе и канализационные отходы туда сбрасываются, и промышленные. И река от этого, конечно, страдает очень сильно. И в момент, когда мы убирали, получается, подготавливались к субботнику, работали там с техникой, с водолазами ДСНС. И вот один из водолазов увидел, как утка запуталась в мусоре, ну, там, в сетке такой. Он ее достал, вытащил, мы ее там почистили, отряхнули, опустили ее в воду. И через там, буквально 2 часа она вернулась к нам, но уже в совсем другом настроении и состоянии. И их вернулось трое к нам, к берегу. Мы, получается, 2 спасли сразу, достали. Одна умерла там на месте, но вот одна потом умерла в процессе уже в больнице, в ветклинике. А вторая, все нормально, слава богу, сейчас вот сегодня мне звонили, говорили, что все в порядке, уже хочет лететь. Врятували. Шипит, да, реакция вся как бы у нее есть на месте. Пока, правда, еще надо пару дней там полечить, посмотреть, но в целом она уже как бы чувствует себя лучше. И вот это все связано от того, что, естественно, есть в воде, то, что туда сбрасывают. Как бы с теми, кто нарушает, те, кто нам передал данные по конкретным там, загрязнителям, мы уже работаем. В конспекцию поданы соответственные жалобы, написали, уже со мной созванились на прошлой неделе. Значит, конспекция, она была на месте, она видела этот, значит, ситуацию, связанную с КНС, этой канализационной станцией Покатиловки. Вот, ну, они там сейчас ведут работу. В прокуратуру, в полицию не зверталися? Щодо факту з... Я не... То есть у меня сейчас нет, вот, как бы, нет ресурсов, чтобы с этим сейчас заниматься. Я понимаю, что это займет какое-то время, чтобы этим всем заниматься, но я думаю, что на это должна подать экоинспекция. То есть как бы, она же видит факт нарушения, то есть они должны подать, наверное. Ну, а там посмотрим. То есть, если необходимо будет, будем разбираться, естественно, потому что как бы хотелось довести речку до ума. То есть не только убрать ее из, от мусора, но и... как минимум
В любом случае в нее будут сбрасывать, это мы понимаем, да? Ну, как минимум это уменьшить во много раз, не то, как сейчас есть. В цьому контексті давай поговоримо з тобою, наскільки важлива все ж таки річка Уди для Харкова, для Харківської області, як водна артерія. Да, ну, это самая основная наша река на сегодняшний день. То есть она 162 км, она протекает из России, впадает она в Северский Донец, в городе Исхар. Значит, она у нас, наверное, промышленного назначения больше, да? А то, что мы очень много берем с нее воды для ТЭЦ-5, там и других тепловых, Змеевская ТЭЦ берет, вот, и возвращаем, да, то, что очистные туда сливают же наши все, как ее там, Диканевка, то есть все городские очистные, они, в принципе, туда же возвращают воду. А данная вода впадает в Северский Донец. Северский Донец является основным питьевым бассейном Донецкой области, Харьковской области, как в промышленных, так и в сельскохозяйственных целях. Поэтому, ну, мы же должны не забывать о четвертом классе школьного образования, что есть такое понятие, как круговорот воды в природе. И все, что мы с вами делаем здесь сейчас с водой, то это нам все потом возвращается в любом случае. Поэтому нужно просто соблюдать вот те правила, которые нам когда-то прописали, хотя бы как минимум их соблюдать. И не с точки зрения предприятий, с точки зрения человека, со всех. Да? То есть у нас должны работать органы соответствующие, тот же офис водных ресурсов, который должен следить за состоянием берегов, состоянием деревьев, состоянием воды, брать пробы с той же Диканевки, за Диканевкой, перед Диканевкой. Экоинспекция должна отлично работать относительно того, кто сбрасывает, что не сбрасывает. То есть все надлежащие органы, которые уже у нас есть, там работают люди, они просто должны... Органы есть, лучше бы они работали. Да, да, то есть все, когда это работает в единой цепи, хотя бы вот выполняет свои функции, это все начинает потом как минимум жить. Да, то есть какой-то иметь контроль, то есть нам надо контролировать. На сегодняшний день я могу сказать, что когда мы начали вот этот процесс относительно расчистки реки и в целом, я слышал, что президент подал доручение там, или поручение о том, чтобы проверить все реки Украины относительно его состояния. Вот после того, как он будет шокован, я думаю. Ну, я не знаю, как к нему там дойдет какая информация, а то это второй момент. Но суть заключается в том, что после того, как мы начали это делать, я увидел в СМИ о том, что там наказали, оштрафовали директора по предприятию переработки пластика, о том, что сбрасывали, о том, что начали там расследование группы, о том, что пока сейчас сотую колонию там уже, она же больше со 2 августа уже не сбрасывает в Уды отбросы. Пусть это находится ниже по течению от нас, дальше, где мы убираем. Но все-таки процесс, как бы, мы дали огласку, дали какой-то, да, вот, толчок такой, который произвел к каким-то изменениям. То есть органы, которые за это отвечают, начали работать. Да, и это очень круто. Поки що працюєте лише ви, нарічки Уди щодо розчищення. Ну, суд, судами, да, это как бы мы, но в целом, если, опять же, вот если мы, люди, инициативные, и органы объединятся, да, то есть государственные органы объединятся вместе, то мы же можем все, в принципе, привести в надлежащее состояние, следить за нашей экологией, за нашими реками, за нашим воздухом, за нашей землей. Все можно контролировать, и все будет у нас в порядке. Дві хвилинки залишилося, мені режисер нагадує. Але ж все ж таки такий завершальний етап – це конструкція, яку ви вигадали, вже, вона вже так є в плані, яка буде ловити сміття. Так. Основной сейчас вопрос, это тоже во всех социальных сетях, вот мы молодцы, вы убрали, а что же дальше? Опять образуются такие же мусорные острова, да эти свиньи опять придут, опять все накидают. Но вот на этот факт мы же тоже как бы не глупые люди, мы понимали, да, что завтра человека мы не можем ему сказать, так, подожди, ты не бросай, все, больше никто бросать не будет. Понятно, нам для этого необходимо установить мусорный уловитель. То есть это достаточно простая конструкция относительно там разработки, да, она не стоит там баснословных каких-то денег, там миллионов, да, как обычно там у нас какие-то проекты анонсируются. Это плавучий понтон, который будет установлен от одного берега до другого, то есть он будет не перекрывать под наклоном, да, наискось. И с помощью течения все, что вот идет у нас с города, с, там, где кто выбрасывает, будет по течению все так сходить плавно в один контейнер. Контейнер будет стоять на плотине на Жихарской, там есть подъезд туда, со стороны города, можно обслуживать, есть же сторожка там, человек, который следит за плотиной. То есть все отлично с коммуникациями, с контролем,
будет стоять корзина, которая автоматически за счет физических свойств воды, направления воды, будет складывать туда мусор. Он туда будет просто складываться. И в зависимости от его наполненности этой корзины просто приезжать и обслуживать. То есть приезжать, ставить там, манипулятором, будет браться эта корзина, ставиться на машину и отвозиться на полигон. Дальше мы подумаем, как это сделать, чтобы, возможно, пластик и стекло, которое будет попадать, мы его будем сортировать, сдавать. Пусть это будет идти какая-то копеечка на тот же обслуживание, да, или там тому же сторожке, который там будет следить. Но это будет, как бы, в принципе, работать в вот таком небольшом коллективе, и это все должно у нас достаточно сработать. Установить мы его планируем в середине сентября по срокам. Сейчас идет активная фаза уже поиска запчастей, поиска узлов основных. Опять же, нам помогают уже в этом во всем. И мы это все скоро анонсируем, как первую в Украине мусороулавливающую такую разработку, которая будет установлена у нас на реке Уды. Угу. Таких еще не было. Таких еще в Украине немає, так? Нет. Такого ще не було. Ну, будемо спостерігати, як воно все буде відбуватися. Все зробимо, обов'язково. Я тобі дякую, бажаю тобі успіхів. Я так розумію, що вже роботи на завершальному етапі, але ж ти не збираєшся зупинятися ні, і абсолютно ні. Очищати всю Україну. Будемо. Дуже тобі дякую. Спасибо. Це була «Точка зору». В гостях у нас сьогодні був Артем Приходько, екоактивіст, який разом зі своєю командою вже протягом 3 місяців чистить річку Уди. І в нього ще багато планів, як ми сьогодні почули. Тому побажаємо ми успіхів йому і вам всього найкращого.